Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам, как сделать ловец снов. Для работы нам понадобится пяльца или какой-то обруч, бусины для украшения нашего изделия, нитки ХБ, это может быть ирис, можно использовать мулине или любые другие ХБ нитки, клей, прищепок несколько штук, ножницы, сантиметр и мелок. Итак, для начала нам нужно будет плотно обмотать обруч нитками. Берем нитки, закрепляем на обруче и начинаем обматывать. Я предпочитаю не отрезать нитку, потому что процесс обмотки будет немного легче. В древности обруч делали из прутиков или веток. Получался своеобразный венок. Сейчас тоже можно сплести такой обруч. Хорошо подойдут для этого ветки ивы. Сначала из них плетут венок, а потом дают просохнуть. Процесс занимает около 3-4 недель. Я же просто срезала горлышко банки из-под чипсов. И у меня получился вот такой вот обруч. Итак, мы закончили обматывать наш обруч первым слоем, завязали узелок, нитку пока не отрезаем, оставляем так. Для большей яркости я решила использовать еще одну нитку другого цвета, но буду наматывать ее не так плотно, как предыдущую, примерно вот таким вот стежочком. Чтобы она не слетела, я закреплю ее прищепкой. И продолжу обматывать. Мы закончили оплетать наш обруч зеленой ниткой, закрепили узелок клеем и теперь приступаем к плетению самого ловца, то есть мы будем плести паутину. Для этого мы берем сантиметр, измеряем окружность нашего круга и делим его на разные части при помощи мелка. У меня окружность составляет 24,5 сантиметра. Я делю каждую часть где-то по 3 с чем-то сантиметра. Итак, мы поставили метки на нашем обруче и теперь приступаем к самому плетению. Отрезаем нитку длиной метра, может быть, полтора, и приступаем к завязыванию вот таких вот узлов. Смотрим, чтобы они были четко на том месте, где вы поставили метку. Мы закончили плести первый ряд, у нас получилось вот так вот. Теперь приступаем к выполнению второго ряда. Продеваем теперь уже вот здесь вот ниточку. И завязываем узелок уже непосредственно вот тут. Для того, чтобы сохранялось натяжение, я закрепляю начало прищепкой и продолжаю выполнять плетение. Мы закончили плести второй ряд нашей паутины. Получилось это вот так вот. Теперь я хочу поменять нитку на белую и плести дальше другим цветом. Беру нитку, вставленную предварительно в иголку, потому что мы будем дальше использовать бусины. Мы закончили плести наш первый круг из белых нитей, он получился у нас вот такой вот с бусинами. Продолжаем плести аналогично по такой же схеме еще несколько кругов.
вдеваем в первую бисеринку иголку. Я сплела еще один дополнительный ряд и теперь хочу увенчать наш ловец красивой бусиной в центр. Это будет выглядеть вот так. Итак, мы сплели наш основной ловец. Он получился у нас вот таким, вот с центральной большой бусиной. Теперь осталось сделать подвески. Как правило, традиционно для них используют перья и различные бусины. Перышек у нас несколько. Я взяла попугайчий. Можно взять любые другие перья, купить в магазине или насобирать самим. Приступаем к работе. Начинаем с того, что обматываем наше перо. Делаем на нем узелочек и крепим клеем. Я закрепила узелок на пере и промазываю его клеем. Теперь обматываем немного перо вот таким вот образом. Берем бусину, ставим вот так вот на перо и дальше наматываем. Теперь нам нужно завязать небольшой узелок здесь и также закрепить клеем. Начинаем наносить бусы. Итак, как вы видите, я привязала два других пера таким же образом, как привязала первое перышко. У нас получилась вот такая вот красота. Теперь осталось сделать петельку для подвески. Наш ловец готов. Вот такой вот он. Не забудьте убрать все ниточки ненужные и закрепить клеем.